Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Певица стала жертвой мошенников, а она считает, что притягивает негатив. Исполнительница хитов про желтые тюльпаны и маленькую страну Наташа Королева ждет скорейшего окончания года, который оказался для трудным. Черная полоса уже какая-то бесконечная у меня получается, сокрушается артистка. Все началось с депутата, который пытался лишить меня звания заслуженной артистки России, тем самым нарушая закон России, и продолжается до сих пор. Только что певица стала жертвой аферистов. Она узнала, что некие люди продают роли в ее новом клипе. Это мошенничество чистой воды, говорит певица. В моей жизни всякое бывало, но такое впервые. Мне директор прислала скриншоты сообщений, что мы якобы проводим кастинг на главные роли в будущем клипе, а мы ничего не снимаем. Мошенники приглашают людей на кастинг, требуют деньги. Но я никогда не брала денег с артистов. Наоборот, всегда всем плачу сама. Алия притягивает такой негатив, не понимаю. Не знаю, какие железные нервы нужно иметь, чтобы это все выдерживать и позитивно смотреть на мир. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока.